Добрый день, друзья! Меня зовут Кирилл Голиков, я шеф-повар. И сегодня мы приготовим легкую закуску для тех, кто вечно на бегу – сэндвич-ролл. Его можно взять с собой и насладиться им с ароматным кофе на вынос. Для этого рецепта я выбрал сыр «Брест-Литовск легкий». Сыр изготовлен из свежего коровьего молока. Благодаря уникальным технологиям и специально подобранным закваскам он обладает традиционным молочным вкусом с приятной кислинкой и пластичной консистенцией. Низкая жирность – еще один плюс этого прекрасного сыра для тех, кто считает калории. В этом рецепте нам ни к чему тяжелые ингредиенты, ведь мы готовим закуску формата с собой. Итак, нам понадобится тортилья, салат айсберг, перец красный, свежие огурцы, соленые огурцы, петрушка, кусочки куриного филе, майонез легкий, кунжутное масло, паприка. Для начала нужно нарезать куриное филе соломкой и обжарить его до золотистой корочки. Соль, перец, а теперь нужно порезать красный перец, огурцы и салат айсберг. Теперь выкладываем слайсы сыра на тортилью. Все ингредиенты для сэндвич-ролла я выкладываю на центр тортильи. Ролл выкладываю на сковородку гриль швом вниз. Сэндвич-ролл готов. Я его пока откладываю в сторону и приготовлю соус тартар. Для этого мне потребуется майонез, соленый огурец, укроп-петрушка, немного паприки и кунжутного масла. Для удобства сэндвич-ролл можно разрезать пополам. Наслаждайтесь!